Евросоюз уже через несколько дней объявит об отмене виз для Украины. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини во время своего выступления в Совбезе ООН. Она отметила, что европейские дипломаты поддерживают украинцев, продолжают работу по урегулированию конфликта на Донбассе. Напомню, что завтра Совет ЕС должен окончательно утвердить визовую либерализацию для нашей страны. В следующую среду, 17 мая, документы отправят на подпись президенту Европарламента Антонио Таяни и послу, председательствующей сейчас в ЕС, Мальты. Мы поддерживаем наших восточных партнеров, их экономику, их институты и через несколько дней объявим о либерализации визового режима с Украиной.